Ну, считаю, это она одна еще из ступеней, которую надо преодолеть в спарринг карьере. А каждый бой, к нему отношусь как настолько серьезно, как это был бой или в Беллаторе, или где-то в другой организации. Ну, вообще сейчас немножко поменялось, это тоже. У меня уже вес достигает около 100 кг, и приходится тоже гонять. Ну, в принципе, на взвешивании мы все будем равны, а там уже ловкость и способность каждого спортсмена и его состава, тренерский состав, как наберет, не берет, это их дело. Кто будет самый опасный соперник в турнире? Скорее всего, это Кингмо, да, Лоаль, который является или являлся чемпионом Страйкфорса в 90 килограмма. Достаточно, называют у него король тэкдаун. Хороший борец и выполняет свою работу отлично. Наверное, будет один из таких оппонентов серьезно. В твоем первом поединке в турнире тебе будет противостоять Рената Сабра. Очень опытный ветеран. Как проходит подготовка, какие сильные стороны видишь в своем сопернике? Ну, оппонент достаточно опытный, да, провел очень много боев с разного уровня бойцами. Проиграл бойцам, те, которые были, ходили в десятку лучших бойцов. Сильность стороны у него борется целеустремленно, да, но, конечно, много у него было очень поражений нокаутами, и голова уже не такая крепкая, насколько может быть. Да нет, в принципе, даже по этому поводу безобразия, да, рано или поздно встреча будет с этими оппонентами, она или сейчас, или следующий бой, не имеет значения. Яркий у нас пример, это Александр Волков, да, который не являлся фаворитом, его поставили с фаворитом, да, с Роджерсом, и задали лицо, да. Ну, просто надо будет серьезнее к этому подойти и быть готовым ко всему. На протяжении выступлений в разных организациях или единоборствах это присутствует всегда, когда оппонент более знаменитый или оппонент с твоего города, да, допустим, и ему дается предпочтение. Ну, что для того, чтобы этого не было, развить миф, надо. Я старался заканчивать все бои досрочно, или болевым, или нокаутом, да? Так что надо стремиться к этому, чтобы не было никаких спорных вопросов. Твой одноклубник Александр Волков установил достаточно высокую планку, выиграл турнир, стал чемпионом. Да нет, здесь нет никакой планки или какого-то соперничества. Ты сделал это, а я сделал лучше. Основная задача на данный момент это выиграть гран-при, да? Потому что Александр молодец, выиграл, я искренне рад его достижению. Тут. С первого захода он сделал по максимуму. Молодец. На груди. Смотрю, ты... Как проволок. Ты вообще здоровый. Кабан.